Российская сборная блестяще выступила на Кубке мира по карате на мече. Северодвинские каратисты внесли весомый вклад в копилку нашей команды, завоевав 5 наград разного достоинства. Северодвинский тренер и именитый спортсмен Юрий Ряузов завоевал золотую медаль в технических комплексах приемов, так называемая ката, а в схватках стал вторым. Его сын Мирослав также стал лучшим каратистом в ката в возрасте 8-9 лет и в кумите удостоился бронзы. Еще одну бронзовую медаль в поединках завоевала Ульяна Колосова в категории 15-17 лет. Никита Савелов показал 4-й результат в ката.